Представь себе, ты участвуешь в гонке. Вот ты обгоняешь того, кто на третьем месте. Каким становишься? Бля, это в 0 часов надо, да, задавать такие вопросы. Еще раз, можно формулировку? Ты участник гонки, обогнал третьим, каким стал? А, повторять-то заученные штуки легко ночью. Ща, я на третьем месте. Обогнал второго. Что? Третьего. Обогнал третьего, каким стал? Третьим. Ну, правильно, да. Фу. Просто изрядная доля людей отвечают то вторым, то, блядь, четвертым. Здесь надо просто представить. Есть как бы такое. В ноль часов это как-то не очень легко сделать. Не у всех получается. Не у всех получается. Я тебе серьезно говорю, ты охуеешь, какое количество людей говорят вторым. Ну, это просто автоматически. Я погнал третьего, второй, но... Иногда даже подумав, как бы, то есть вот... Бывает, человек задумается и как бы, да. Это стремление быть вторым. Безумно можно быть и первым, в принципе.